Михаил Клюшников, «Осада». Из моего окна смотреть больше нечего. Два пятна, ничего человечью. Долгий снег и полно суеты. Солнце упрямо восходит в такт моей. Я Россия на свободе, но так и не вырастил баррикад нужной мне высоты. Из нас не получится книг про героев. Я вижу отсюда, как это устроено. Синее небо без декораций, актеры без грима, цветов и оваций. И нету суфлера, и наша задача не сдаться. Слова с языка, как голодные птицы на башне. Я на руках у кого-то из башни, в полном восторге пытаюсь пристать. Смело вальсирую вместе со всем мирозданием, импровизирую с верой и знанием, делаю выводы ямбом в тетрадь. Из нас не получится книг про героев. Я вижу отсюда, как это устроено. Синее небо без декораций, актеры без грима, цветов и оваций. И нету суфлера, и наша задача не сдаться, не сдаться, не сдаться. Мимо проносят в коробках объедки из прошлого зайцы на лодках принцессы. На лошади лают собаки, скрипят тормоза. Без права спасения я на брусчатке среди населения. Синее небо в глазах. Из нас не получится книг про героев. Я вижу отсюда, как это устроено. Синее небо без декораций, актеры без грима, цветов и оваций. И нету суфлера, и наша задача не сдаться. На сцену приглашается Юрушкевич Тарас, город Брест, Беларусь, автор-исполнитель.